Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World, с вами Артём. И мы продолжаем прохождение игры Bayonetta. Так, и сейчас у нас идет 14 глава «Остров Солнца». Начнем. Так. И мы летим на вертолете, который управляется этим мужичком. Чеширом. Похоже на такую маленькую дружную семью. Those things that downed the jet aren't just going to let us land on their island. You think we can just say, "Hey, we're here"? А почему с нее вода течет? А мы же только что катались на этом. Я забыл. На куски от самолета и убивали босса. Совсем об этом забыл. Ах ты маленький извращенец. Смотри, смотрю. Да я смотрю. Да я так и понял. Опа, ракеты. Очень интересного, кстати, выглядит. Нифига себе. А что произошло? Так, Чешир летит на одной из ракет. Парк аттракционов. Так, надо на ракете лететь. Так, Shift увернуться, ракета. Так, стрелять, ракета. Затратить одну магическую сферу. Окей. Так. А, понятно. Так, тут стрелять можно, нифига себе. Конечно же, мы постреляем по ним. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Давай, давай, давай. А, тут еще вверх-вниз можно. Воу-воу-воу, полегче, полегче, полегче. Нифига себе. Так. Воу-воу-воу-воу. Неудобно очень. Блин. Нет, реально неудобно. И непонятно, сколько нам лететь еще. А как нам... Блин, а вот как нам использовать эти? Ё-моё. Ну, в принципе, можно уклоняться от ракет с помощью... Да ё-моё, блин. Да, уклоняться от них сложно. Но мы... Ой, что это? Какая-то змея. Так, надеюсь, мы ее сейчас загасим. Блин, а у нее... А, у нее здоровье еще дофига. Давай, 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 сдохни. Почти. Блин, она живучая. Ну ладно, мы сейчас ее завалим. Еее! Красиво. Так, опять эти слюнтяи. Ну ладно, мы спокойно их гасим, даже не напрягаясь. И маны, кстати, много уже набрали, благодаря этим слюнтяям. Так. О, нет, 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 нет. Да нифига подобного. Да уж. А мы это не за ману используем? Нет, не за ману. Все нормально. Мана не тратится. Так. Давай, давай, давай. Да блин. Ха-ха-ха.
Ё-моё! Так, сейчас мы одного завалим. Все, всех завалили. Че, все, дальше управляем. Да блин, это еще. Надо всякой фигней страдать. О! Ну благо мы можем просто уворачиваться от этой хрени. Да уж. О, опять змея. Нифига себе, это не змея. Это хуже, чем змея. Ё-моё. Чё за дела? Так, ладно. Трюкачем. Нас даже не попадают. Давай, давай, давай. Блин, мы ему хотя бы пол здоровья снесем. Ну ладно, мы сейчас на замедление времени пролетим. Опа. Мы использовали супер удар на одну сферу. В принципе, тактика так себе. Оу-оу-оу, полегче. Так, сейчас дождемся того момента, когда можем использовать обычные ракеты. А то у нас здоровья осталось мало, а восстановить мы его здесь никак не сможем. Но благо... Еее! Все, что ли? Так, мы заработали аж бронзу. О, нет! Это еще кто? А почему у нас здоровья так мало? Блин, я забыл. Да, точно. Да сдохни ты. Все. Блин, грёбаная ракета. Так, мы с одним разобрались. Давай, давай, давай. На тебе, готов. Пошли обратно. Опять. Так, сейчас мы с одним разберемся. С каким-то из этих двоих, блин. А что на тап? Ракеты, стрельба, увернуться? А, ну да, в принципе. Остается только уворачиваться. Вовремя увернуться, и все. Еее! Здоровья только нифига нету. Но мы уже почти у берега. О, нет, только не это. Блин, у нас ХП не осталось. Вот это проблема. Блин, нам бы выжить. Не хочу заново начинать. А, еще один босс. А, нет, это змея. И не одна, их тут целых две. Или даже три. Вот я косой. Три змеи. Так, ладно, мы сейчас хоть с одной разберемся. Почти. Да, замедление времени работает на меня.
Одна готова. Фиг его знает. Нет, еще не одна. Да сдохни ты хоть одна. Да ё-моё, откуда они такие живучие-то, а? Так. Ладно, одна готова. Вторая. Снаряды. Вторая готова. Давай, давай, хотя бы один снарядик. Так, у нее осталось мало хп. Сейчас мы ее добьем. Еее. Опять эти твари. Блин. Все, хп на днище. Пытаемся просто пролететь на мимо. Я надеюсь, что прокатит. Прокатило. Все, летим дальше. Блин, вот сколько мы не используем вот этот переворот. Уклон, точнее, все равно. Не помогает. Давай, 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 хотя бы с одним. Еее. Блин, ну сколько нам лететь-то еще? У нас здоровья нету. Да ё-моё, все, одно попадание, и мы трупы. Ой, черт. Так, стараемся не сдохнуть. О, мы использовали шприц со здоровьем. О, опять босс какой-то. А ты каким боком? Давай, в рожу тебе. Мы попадаем по нему, но как-то не ахти. А, это они просто беглым огнем стреляют. Они не целясь даже фигарят по нам. Так, вниз. Ладно, этот босс еще послабее будет. Так, уворачиваемся. Нам нельзя, чтобы по нам попали. Давай, давай, давай. Ага, конечно, 6 раз ты по нам попал. Надеюсь, это финальный босс. Давай, давай, нам очки нужны. Воу-воу-воу, полегче. Так, сейчас будет залп. Ему вообще все пофиг. Давай, давай. Сколько мы... Вот, одну набрали, хотя бы. Блин, ему этот урон вообще по барабану. А, черт! Он по низу стрелял, я думал, он поверху шмальнет. Ну ладно, мы почти его вынесли. Так. Да, и мы почти снова кони двинули. Так, стоп. Ага, понятно, я не могу посмотреть. Опа. Зато можем время замедлить. Круто. Здоровья, конечно, этой козлины еще много.
Ой, только не приспешники. Ладно, тогда просто используем уворот и ничего не произойдет жестокого. Так. Блин, он еще живой. Вот черт. Так, а у нас осталось на пару попаданий. Давай, 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 давай. Добивай его. Yeah. Серебро. У нас здоровье пополнилось. Ну чё, все, долетели? Наконец-то. Да, вот эти, конечно, ракеты были не ахти. А где наш друг-то? Блестящая мама? Ну это, конечно, да. Но, во-первых, мы летим на ракете, а во-вторых, где этот придурок, который с нами был? Чешир. Он же вроде как висел снизу на ракете. О, а вот и подруга. Там как бы это, ребенок на ракете остался. Никого вообще не волнует, да? А, нет, все нормально. Это ракеты? Правильно? Welcome to Isla del Sol. Добро пожаловать на остров Солнца. Хм. Богатство и власти. Ха-ха-ха. Ладно. Это... Жанна. А, да, точно. Жанна ее зовут. Забыл совсем. Ракеты? Ну да, я не удивлен. A friend of my enemy is also my enemy, be it witch or sage. The Lumen Sages. Что ты делаешь? Я не понимаю. Но мы не на такой ракете прилетели. It stated that the intersection of light and dark would bring calamity to this earth. А, все понятно. Союз мира и тени приведет к катастрофе. 500 лет, ой, ба, бред-то какой несет. Столько разговоров, а? В этой игре Махача, мне кажется, меньше, чем разговоров. Ну вот, запустила она все ракеты, и чё? 500 years ago. Ну да, это уже было, там драка между ними. The disaster this caused sent the clans into a spiral of chaos that continues to be felt to this day. А что она хочет сделать? Я так и не понял. Уничтожить всех? The half-breed of light and dark are at the center of that chaos. Allowing you to continue to exist is a danger that cannot be accepted. Ну понятно, само собой, живых меня. А, вот почему она ее меня. Ну, ее заколола. Ну что, мы ее убьем наконец-таки? Мы приемчики выучили. Вороны и так далее. Блин, там какой-то еще крутой был прием. То ли shift и удар, то ли shift и удар ногой или рукой, я не помню. Короче, какой там... Мы ныряем и появляемся прям то ли перед врагом, то ли над врагом. И наносим ему солидный урон. О, это Чешир, наверное, да? А... Да, я так и знал. I'm really beginning to hate missiles. You know, I have no idea what the hell you girls got going on here. But you don't mind if I take this off your hands, do you? Get in, Cerecita. Мелкую похитили. Они ее как котенка носят. Мам!
Мами! Они реально как с котенком с ней возятся. За шкибон ее все время берут. Ну чё? Все? Сереза. Time is of the essence. This can wait no longer. Куда ракеты-то улетели? Так, стоп. Стопе, пешеход. Так. Начнем. Применить. Стоп. Да нет. Применить. Ну, ладно, максималки оставим на потом. Так, потом применим вот это. И, пожалуй, один этот. Давай ты! А чё у нас время ведьмы-то не активируется? Реально, а почему время ведьмы? Стоп. Я забыл, не на те кнопки нажимаю. Ё-моё, ни хрена себе у нее властня. О-о-о, давай, 250, 300? А почему она нам-то... Так. Давай. Мы сейчас нашпигуем ее как ракету. О, стоп, что происходит? А, здание падает? А, куда? Что это за птица? И куда мы бежим на этот раз? Ух ты! Ха-ха! Свет в самом неподходящем месте. И что это за золотые оковы? Ух ты! Новый стиль. Ты ангел? Стоп, нам надо заюзать. У нас остался, походу, пас... А, стоп, мы можем создать себе. Стоп, нет. А, надо... Блин, одной не хватает. Так, вещи. Да, создаем себе красный чупик. И вот этот чупик. Так, значит, дальше. Этот надо применять срочно. Да и, походу, этот тоже. Так. Потом вот этот. И один вот этот. Ну-ка. Че надо нажимать? Ух, нифига себе. Это что, типа кидаемся? Да, детка. Готово. Ну, о, царь ракета. Ну, не царь ракета, ну, то бишь на той... О, я не успел нажать. Я просто не увидел, что надо нажать. И мы сдохли. Но единственный плюс всем этом, то, что мы начнем сейчас с полным здоровьем. Блин, я надеюсь, мы ее завалим. У нее, я не знаю, сколько у нее полосок здоровья. Если 3 или 4. Так. Прокатило. Да ё-моё! Сдохни. Главное уворачиваться и вовремя бить.
Блин. Прыгаем. Куда мы вообще падаем? С ракеты на ракету? Так. Давай. 300. Да почему опять она нам-то вжгла? Да ё-мо! Так. Ой-ой-ой, ну опять сейчас мне втащит, да? Да опять она мне... Вот я ни один еще поединок с ней вот такой не выиграл. Так, тихо. Так, у нее осталось чуть-чуть. Опять R? Или вверх прыгать? Так, стоп, где мы теперь? Что у нас вообще осталось-то хоть по этим-то? О-о-о, да. Ладно, рискнем. Да сдохни ты! Нет, 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 нет! Еее! Опа, здоровье! Так. Здоровье. Тихо. Давай. 250, 350. И я опять просрал. Да уклоняйся, давай. Опять ты козел такой. Ладно. Я спускаюсь. Да хватит. Да хрена с два я слезу отсюда. Так. Давай. 350, 400. Давай. 350, 400. Да почему она? Я тебя на куски порублю. Так, тихо. Фух, что у нас по вещам? 7, 10. Да, 10. Создаем себе хотя бы такой. Леденец. Фух. Да, баба реально крутая. Один из самых сильнейших боссов. Стоп, нет. Применяем вот это и все. Нам нечего больше применить. Ужас. А, нет, вру, стоп. Так, стоп. Сейчас мы... Классная способность. Блин, жалко. Так. Давай. На этот раз мы должны ей жопу надрать. Давай. Да блин! Нет, не смей! Опять эта хрень! Давай. 400! 400, давай еще быстрее. 350! Блин!
9500 золота. 6 минут мы потратили, чтобы надрать ее задницу. Ну, все, она скопытилась. В третий раз-то. Пожалуйста, пусть так будет, а? А, еще жива. Добей ее. So it is. О, бог мой. Ужас. Memories you've held for 500 years are the source of your fear. They cloud your vision. Да уж. Махач, конечно, был очень тяжелым. Я потратил все, что только мог. И ты считаешь, что у меня не было половины, не было еще не все были леденцы. Со всеми я бы, конечно, побыстрее бы справился. Но тут с комбо очень напряжно, потому что ты не успеваешь их активировать, так как мы боролись за этот камень. Хм, бред. Так как враги, вот особенно такие, как она, очень мощные. Опа, а там что-то написано. А, она решила ее убить. Ангелов куча. Но у нее, короче, не получилось, да? Как я понял, произошел... А, она превратилась в камень? Что? Do not fear your fate. Stand, Teresa. Тереза? In the innocence of our childhood, we used to play together as friends. Подругами играли вместе? Perhaps even my eyes were clouded with fear. We were. Do not fear your fate. Своего предназначения. Борис, Тереза. Ну, в общем, да, как я и говорил в начале игры, эта мелкая девка, то ли дочь, то ли сама Тереза. А... Все, в окошко улетели. А подруга... Нет, подруга не сдохла. Так как есть вторая часть, сразу же скажу. А во второй части подруга это будет нам активно помогать. А вон, смотри, там лифт поднимается. Чешир. И на руках у него мелкая. Hey, is it over? What? It's not like you don't scare the shit out of me all the time. Тереза. I don't know whether to shoot you. Or to take you to Vegas for good luck, Cheshire. Give me more credit than that. If you must know where L-U-K-A Luca is concerned, there's no such thing as luck. Only skill. Мастерство? Серьезно? А. А куда они полетели-то? Expect me to trust bitches? I mean, witches? Did you, Bayonetta? How's the little one? Out like a light. But okay, other than that. What about you? You really think I'm gonna let myself be seen in public with a girl looking all beat up like that? I look dreadful, do I? Huh? You'll have to learn to wipe that stupid look off your face. Глупое лицо. Or I'll never let you keep chasing me around this world. Got that? Luca? О, по имени назвала. Now that's more like it. Ну, само собой. Это что, финал, что ли, такой? Ну, в принципе, если это финал, то нормально. Так, Остров Солнца. 14 глава.
Мы использовали просто адовую кучу леденцов и умерли аж 5 раз. Ну, само собой, каменная награда. Бронза, серебро, золото, да? Вот это вот самое веселое. Так, остров солнца. Ну что? Ангельский штурм? Интересно. Нет, ну мы отстрелим, конечно, все, что можно здесь. Так. Все, 46 очей. Ну давайте купим себе леденец, само собой. Нам же нужен какой-то леденец. Так, все, это обмениваем. А что дальше? Ну, мы побывали. На ракете полетали. Далее. О, глава 15-я. Башня правды. Я думал, это последняя часть. Ладно, сохранимся, само собой. Так, и так как мы потратили абсолютно все, я думаю, я само схожу с собой в ад, врата ада. Но мы на этом закончим. Следующая серия начнется с того, вот с этого же момента, только я уже закуплюсь всем, что нужно. Посмотрю, если есть ли новые способности, то покажу их. А если нет, то начнем прямо отсюда. На этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!